Это укатил вон там впереди наш папа. А мы идем с детворой. Сегодня пятница. И сегодня в Хельтрупе рынок еженедельный. Мы пойдем поищем его. И еще дождь. Дождь шел. Да, ночью у нас был дождь. Утром значительно похолодало. Так что деток я уже одела потеплее. Вот у нас Кирюшка в спортивном костюме, уже в кроссовках. И Аня. Ну, на самом деле не столько холодно, как свежо. Но это даже хорошо, дышится легко. Так что пойдем посмотрим на рынок, поищем его. Мы на карте посмотрели примерно, где он находится. Теперь пойдем на поиски. Надеюсь, мы не заблудимся. Я выучила пару немецких фраз на тот случай, если мы заблудимся, чтобы найти дорогу домой. Так что, поехали. Идет стройка. Работает кран. У Кирюши это вызвало недюжий интерес. Да что там греха таить, мне самой интересно. У нас-то в Украине редко увидишь стройку, еще и работающий кран. А тут ну, в Украине, в Херсоне. Может быть, где-то в больших городах и увидишь. В общем, мы очень приятно прогулялись по рынку, скупились, а люди очень приятно приветствуют. Я объясняла, что я не могу разговаривать по-немецки, но меня все понимали. Кирюшу угостили пончиком, Кирюшу угостили колбаской, вот, кстати, рыба продается, тут выпечка всякая. Вот. И теперь мы... Вот, кстати, велик. И прицепка для деток. Кстати, такая прицепка стоит примерно 300 евро. А кто это у меня за мурзяка такая? Мы купили ему пончик. Да? Вот этот ДМ. Здесь продают детское питание. Сейчас мы пойдем туда и посмотрим ассортимент, чего там есть. Может быть, прикупим Ане чего-нибудь. Хотя сегодня я утром пыталась накормить йогуртом с бананом. Но не очень нам понравилось, не очень. Мы были на рынке и купили вот такие вот покупочки. Малина. Просто огромная. Клубничка такая пахучая-пахучая. Папе кусок каравая. На самом деле это хлеб. Сыр пикантный. И 4 огроменные котлеты. Здесь они называются фрикадельки. Сегодня ровно неделька, как мы в Германии. Папа, есть какие-то впечатления по поводу? Пока ничего нового. Только семья тут. И это хорошо. Это хорошо. Мне, например, нравится. Мне тоже нравится. Я не знаю, конечно, как я запою, когда наступят холода, задождит. Будем гнездоваться будем под дожди. Я тоже так думаю. По дому работа еще. Тьма. Я на этот случай вот накупила там всяких поделок. Будем с детворой лепить поделки. Что это за штука? Вообще все хорошо. Еда хорошая, погода хорошая, город отличный, красивый, спокойный.
безопасный. А можно сюда насыпать? Нам здесь живется довольно хорошо. Надеюсь, так оно и будет дальше. Первая неделя у нас прошла на отлично.